Мы начинаем трансляцию чемпионата по лыжным гонкам. Успел. Извините, срочное сообщение. Ведущий гонщик нашей страны, Боб Йоркшир, не сможет участвовать в забеге из-за болезни. Какой еще болезни? Обыкновенная простуда вывела из строя знаменитого спортсмена. Но, невзирая на столь печальное событие, соревнования все же состоятся. Ну вот, теперь смотреть неохота. А вдруг я заболею, а? Ну, если из-за Йоркшира забег не отменили, то твоего отсутствия на чемпионате уж точно никто не заметит. Так что болей на здоровье. Еще издевается. Меня, между прочим, от школы выдвинули на городские соревнования. И я, между прочим, главный претендент на победу. Представляете, из-за какой-то ерундовой простуды упустить кубок. А ты, дружочек, и не упустишь. Держи. Если хочешь быть здоров, закаляйся. Если хочешь быть здоров, обливайся. Азбука здоровья. Точно. Теперь кубок мой. Подъем. Гена, дружок, пора вставать. Школу опоздаешь. Дружок, дружок, дружочек, помогите, скорее сюда! Эй, ты чего спать не даешь? Дружочек, братик ты мой любимый! Что тут происходит, а? Клатун! Спать с открытым окном – первый принцип закаливания, невзирая на погодные условия. Первый принцип – это постепенность. Полумеры не для меня! Если закаляться, то закаляться. Жок, что случилось? Что с тобой? Полный порядок! Облился холодной водой! О! И теперь бодрячок! Дружочек, может, не стоит так резко, а? Может, как-то помедленнее, а? Не бросать при первых результатах! И не останавливаться на достигнутом. Еще раз порог славный. Подать, подать горяченького. Дружок, что ты тут устроил? Баню. Хорошо. Ой, стой, ты куда? Да здравствует резкая смена температуры. Ты зачем дала ему эту ужасную книгу? Я же не знала, что она на него так подействует. Теперь закаляем горло. Дружок, отдай! Какое холодненькое! Дружок, отдай мороженое! Дружок, перестань! Остановись! Ты же заболеешь! Такому крутому и закаленному спортсмену, как я, нипочем мизерная порция мороженого! Нет, ну надо же, а! Немножко не хватило закалиться. Дружок! О, дружок! Городские соревнования перенесли. Ты как раз успеешь вылечиться. И закалиться. Только чур постепенно. Это уж точно. Спешить, только собак насмешить.